А почем букетики? Они разные. А? Разные. 99, 129. Ага, разные, да? Дешевенькие. А там почем на рынке? 60 рублей букет. Один цветок. Один цветок на рынке 60 рублей. Нет, а тут вот букетик, видишь, сколько вот в букетике цветочков-то? Три. А? Три, Ир? Или пять? Пять, наверное. А? Везде, везде по-разному, да? Везде по-разному. Здесь вот три. А, почем? А, она на какую цену? Ну, значит, одни сломали уже. Ну ладно, пойдем. Ты в Маринке? А? В Маринке? Ну да, хотел. Ну давай возьмем. А? Маринку возьмем. Возьми. Ну вот видишь, все дешевле-то. На вот вторую, которую я сейчас повыбираю. Возьми букетик, Саня. Ну, крешка сейчас уведу. Ну давай, 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 давай. Давай. Так, что у нас тут творится? Ага, цены. Девушки, а вот как считаете, вот, например, вот это вот быт, вот это, да, значит, посуда домашнего вот такого быта, я так имею в виду, спроса, он считается подарком или нет? Да. А? Ну да, какой-нибудь красивенький, если можно. А вот, например, не кружка, не тарелка, там, не чашка, не ложка, а, например, какой-то сувенир. Ну да, тоже можно. Это ведь, наверное, подарок, да, лучше, да, чем, например, кружка или какая-то тарелка. Как, ну, вы, да, думаете, как вы считаете? На полке, например, кружки, если она действительно будет нужна. Она для повседневного, ведь, например, пользования, правильно? Да, как вы, да, как вы думаете, да? Ну да. Правильно? Да. Вы вот, например, выбираете кружку, это вы для, на подарок выбираете или что? Ну да, ну, да, на подарок. Подарок собираете? Угу. Если не секрет, кому? Матери? Моей сестре. А, сестре вашей? Вы ищете определенную кружку или, например, тарелочку с кружкой, или, например, еще какой-то сервиз? Кружку просто. Просто кружку? Ну да. Я потому что гляжу, вы выбираете так пристально все подарки вот эти вот. Думаю, а почему именно кружки? Ну, потому что она хотела, ей нравится. А, нравится? Ей посуда нравится? Ах, вон как, на это, ясно. Ну ладно, спасибо вам, девушки. С наступающим праздником вас. Спасибо. Да, конечно. Все это очень дорого. Как вы считаете, приемлемые цены тут или как? Да, наверное. Смотри на что. Ну, я вот имею в виду, вот что вот вы выбираете, вот белье. Выбираю, конечно, вот для ребенка. Да, да, да. Внучки, да? Я внуку беру. А, внуку? Ну-ка у вас. Угу. Ну, значит, если выбираете, значит, вы имеете то, что цены приемлемые, да? Да, по 140, 150 рублей. Угу. Хорошо. С наступающим. Ну вот, пожалуйста. Идем с покупками из магазина «Карусель». Потратили на праздничный стол 3500 рублей. Такой вот у нас будет стол. Что входит в стол у нас из 3000?
торт «Услада» 300 рублей. Форель свежая, мороженое 600 рублей. Горбуша копченая 300 рублей. Что еще мы взяли к столу? Картошку мытую. Она нам... Фрукты. Ну, фрукты там, что входит у нас? Киви, бананы на фруктовый, так скажем, салат. Что у нас еще туда входит? Мандарины, груши. Вот у нас будет фруктовый салатик, сок морковный. Значит, молоко круглый год. Что мы еще тут купили тут? Цветы и плед. Цветы и плед. Колбасы. Колбаса. Ага. Свежая, вареная. Вот это у нас обошелся стол нам 3500 рублей. Вот так вот, люди. Вот так нам обходится сейчас праздничный стол для женщин. Это не на широкую ногу, я так скажу, мы погуляем. А так посидим за столом, вот при всем таком пристрастии. А, плюс еще курицу забыли. Курица у нас, вот, значит, гриль и сыр агидейский, грамм, так скажем, 150. И всего это вот у нас вышло на 3500 рублей, наш стол, так скажем, семейный. Все, на этом репортаж я кончаю. Вот, свою жену я с наступающим праздником поздравляю. Вот, все, я ей приобрел сегодня сумку хозяйственную, чтобы она в магазин у меня ходила, ручки свои, так скажем, берегла от тяжести, от всякой, так как у нас машины нету. Вот. А мне ее здоровье очень ценно. Вот и все. На этом репортаж я кончаю. С вами был Алексей Доктор Леший.